Российские знаменитости, которые вернулись к бывшим, Леонид Ярмольник и Оксана Афанасьева. Со своей первой официальной женой актер начал встречаться спустя некоторое время после смерти Владимира Высоцкого. Расписались они в 1983 году, а в 90-е годы пара рассталась, но по признанию артиста, развод был нужен только для решения имущественных вопросов, а его сердце всегда принадлежало Оксане. Армен Джигарханян и Татьяна Власова. Со своей второй супругой, Татьяной Власовой, великий актер прожил почти 50 лет, после чего расстался с ней из-за Виталины Цымбалюк, с которой спустя полтора года были судебные тяжбы по разделу имущества. Это сильно измотало актера, поэтому Власова решила за ним ухаживать. Чувства вспыхнули снова, и в сентябре 2019 года они сошлись. Супруги прожили вместе до самой смерти Джигарханяна. Барри Алибасов и Лидия Федосеева Шукшина. Среди всех героев Алибасов абсолютный рекордсмен по количеству браков, он был женат официально 6 раз. И лишь к Лидии он возвращался.